Здравствуйте! С вами Елена Балацкая и новая программа, которая поможет вам улучшить здоровье, укрепить иммунитет и зарядиться живительной, позитивной энергией. Здоровье тела и гармония души – вот к чему стремится каждый человек. Наше тело – это совершенный механизм, который с чуткостью реагирует на наше внутреннее состояние. Позитивные аффирмации подобны самогипнозу. Произнося их вслух или мысленно, мы устраняем негативные сценарии и установки из нашего подсознания и программируем себя на здоровую и гармоничную жизнь. Слушайте эти утверждения несколько раз в сутки в течение месяца. Представляйте себе, что то, что вы слышите, уже произошло в вашей жизни. Помните, свою реальность вы создаете сами. Я здоровый, жизнерадостный и позитивный человек. Моя жизненная энергия усиливается с каждым днем. Мой ум умиротворен и спокоен. Я имею очень сильную иммунную систему. Мое тело отражает мои мысли, которые полны позитива, любви и жизненной энергии. Я желаю счастья и здоровья каждому живому существу. Я свободен от страхов и стресса. Радость и любовь окружают меня. У меня отменное здоровье и отличное чувство юмора. Я общаюсь только с позитивными людьми. Мое внимание сосредоточено на любви, здоровье, созидании и процветании. Мне спокойно и хорошо. Я желаю счастья и здоровья каждому живому существу. Я здоровый, жизнерадостный и позитивный человек. Я желаю счастья и здоровья каждому живому существу. У меня сильный иммунитет и крепкое здоровье. Мне спокойно и хорошо. Я здоровый, жизнерадостный и позитивный человек. Каждая клеточка моего тела наполнена жизненной силой и энергией. Я всегда нахожусь под опекой и покровительством высших сил. Сам Всевышний заботится обо мне. Пусть каждый человек на этой земле будет здоров и счастлив. Сам Всевышний заботится обо мне. Мое тело — это храм души, и я поддерживаю его здоровым питанием и спортом. Мне спокойно и хорошо. Сам Всевышний заботится обо мне. Мой организм – это совершенная система, созданная Богом, поэтому мое тело быстро и легко восстанавливается. Я всегда нахожусь под опекой и покровительством высших сил. Сам Всевышний заботится обо мне. Мой организм – это совершенная система, созданная Богом, поэтому мое тело быстро и легко восстанавливается. Пусть каждый человек на этой земле будет здоров и счастлив. Я люблю свое драгоценное тело и чувствую, как оно наполняется бодростью и оптимизмом. Мой организм – это совершенная система, созданная Богом. Я люблю свое драгоценное тело и чувствую, как оно наполняется бодростью и оптимизм. Пусть каждый человек на этой земле будет здоров и счастлив. Я всегда нахожусь под опекой и покровительством высших сил. Сам Всевышний заботится обо мне. Я желаю счастья и здоровья каждому живому существу. Мой организм – это совершенная система, созданная Богом. Поэтому мое тело быстро и легко восстанавливается и справляется с любыми болезнями. Любовь, красота, созидание и здоровье – вот моя настоящая реальность. Я здоровый человек. Я здоровый человек. Я здоровый человек. Благодарю Тебя, Всевышний, за здоровье и силу, которые Ты мне даешь. Пусть каждый человек на этой земле будет здоров и счастлив. Я здоровый, жизнерадостный
и позитивный человек. Я нахожусь в светлом вселенском потоке и знаю, что все, что со мной случается, приносит мне благо. Пусть каждый человек на этой земле будет здоров и счастлив. Я повторяю ежедневно свои аффирмации, и с каждым днем мое здоровье укрепляется. Я повторяю ежедневно свои аффирмации, и с каждым днем мое здоровье укрепляется. Любовь, красота, созидание и здоровье – вот моя настоящая реальность. Я общаюсь только с позитивными людьми. Мое внимание сосредоточено на любви, здоровье, созидании и процветании. Мой организм – это совершенная система, созданная Богом, поэтому мое тело быстро и легко восстанавливается. Я всегда нахожусь под опекой и покровительством высших сил. Сам Всевышний заботится обо мне. Мое тело – это храм души, и я поддерживаю его здоровым питанием и спортом. Каждое утро я начинаю со слов благодарности. Благодарю тебя, Всевышний, за здоровье, красоту и силу, которые ты мне даешь. Я нахожусь в светлом вселенском потоке и знаю, что все, что со мной случается, приносит мне благо. Я желаю счастья и здоровья каждому живому существу. Мне спокойно и хорошо. Мой организм – это совершенная система, созданная Богом. Поэтому мое тело быстро и легко восстанавливается и справляется с любыми болезнями. Я всегда нахожусь под опекой и покровительством высших сил. Сам Всевышний заботится обо мне. Я здоровый, жизнерадостный и позитивный человек. Я здоровый человек. Мой ум умиротворен и спокоен. Я здоровый, жизнерадостный и позитивный человек. Благодарю тебя, Всевышний, за здоровье и силу, которые ты мне даешь. Пусть каждый человек на этой земле будет здоров и счастлив. Я всегда нахожусь под опекой и покровительством высших сил. Сам Всевышний заботится обо мне. Любовь, красота, созидание и здоровье – вот моя настоящая реальность. Я желаю счастья и здоровья каждому живому существу. Каждая клеточка моего тела оздоравливается и наполняется любовью. Благодарю тебя, Всевышний, за здоровье и силу, которые ты мне даешь. Я здоровый, жизнерадостный и позитивный человек. Любовь, красота, созидание и здоровье – вот моя настоящая реальность. Я всегда нахожусь под опекой и покровительством высших сил. Сам Всевышний заботится обо мне. Мне спокойно и хорошо. У меня сильный иммунитет и крепкое здоровье. Прямо сейчас я чувствую, как мое тело избавляется от всех болезней и недомоганий. Каждое утро я чувствую благословение высших сил и их присутствие в моей жизни. Пусть каждый человек на этой земле будет здоров и счастлив. С каждым вдохом я наполняю здоровье. И с каждым выдохом я избавляюсь от ненужных мыслей и стресса. Моя жизненная энергия усиливается с каждым днем. Мой ум умиротворен и спокоен. Я чувствую, как энергия здоровья растекается по моему телу, наполняя его и даря мне жизненную силу, красоту и привлекательность. Благодарю тебя, Всевышний, за здоровье и силу, которые ты мне даешь. С каждым вдохом я наполняюсь здоровьем, и с каждым выдохом я избавляюсь от ненужных мыслей и стресса. Моя жизненная энергия усиливается с каждым днем. Мой ум умиротворен и спокоен. Я чувствую в себе божественный свет и любовь и делюсь позитивом с другими людьми. Я отпускаю обиду и боль и наполняюсь любовью и благодарностью. Мой организм – это совершенная система, созданная Богом, поэтому мое тело быстро и легко восстанавливается и справляется с любыми болезнями. У меня сильный иммунитет и крепкое здоровье. Я чувствую в себе божественный свет и любовь и делюсь позитивом с другими людьми. Пусть каждый человек на этой земле будет здоров и счастлив. Моя жизненная энергия усиливается с каждым днем. Мой ум умиротворен и спокоен. Я люблю себя. Я люблю этот мир. Я люблю людей,
который меня окружает. Я желаю счастья и здоровья каждому живому существу. Я концентрируюсь только на позитивных вещах и событиях, и все свои силы направляю на реализацию своего высшего предназначения. Любовь, красота, созидание и здоровье – вот моя настоящая реальность. Я нахожусь в светлом вселенском потоке. У меня сильный иммунитет и крепкое здоровье. Я чувствую, как мое тело исцеляется и наполняется светлыми вибрациями благодарности и любви. Я люблю себя. Я люблю этот мир. Я люблю людей, которые меня окружают. Я желаю счастья и здоровья каждому живому существу. Благодарю тебя, Всевышний, за все хорошее, что у меня есть.